как для всех людей, которые выходят первый раз на паркет, я считаю, что есть приятное волнение. Но я надеюсь, что получу большое удовольствие от танца. И считаю, когда ты рядом с профессиональным тренером, все возможно. Было сделать первый шаг на паркет, но когда начинается музыка, ты забываешь обо всем и стараешься погрузиться в танец и получить полное удовольствие от танца. У меня приблизительно так же, потому что, несмотря на то, что я выходил на любые паркетные площадки уже много раз, все равно первый шаг, особенно когда это первый шаг для моего ученика, остается волнительным. И напутственные какие-то слова для тех, кто еще хочет, возможно, но, возможно, немножко сомневается, танцевать ему или нет. Я считаю, что нужно не бояться, нужно перебороть себя, сделать первый шаг, получить максимальное удовольствие от этого, когда рядом с тобой поддержка твоего тренера, твоих близких. Я считаю, что все возможно. Нужно просто делать.